О, мой родной первый парк. А ты откуда пошел? Я с Шабловки. Дождь начинается, зараза. Короче, мы короче, Степана Белова, знаешь? Ну вот, короче, он, в общем, в этом чистом парке. А? Белов, Дима. А, знаю, но не общаюсь. Короче. Посадь. В общем, мы с ним, я и Диман Лапин, мы с ним, мы Лапина взяли. А у него, короче, это, Сабина его однокурсница. Ну, короче, Диман говорит, привет, Сабина, я хочу тебя заработать. Вот это был уже Сабин подъем, я, короче, потом Лапин спалил мое имя, я ему 200 рублей дал. Будет, жалко, меня не остановили, я бы его там положу. Да, у нас все это хорошо. Алекс вроде дал. Да, походу Алекс пойдет. О, здесь, может, мы за ним успеем на вот Костино. Вон на туре, кстати, туда. А где он? На вот Костино в центре зала. А, в центре зала? Так что есть успеть, шанс. Кстати, 37007008, двигатель ГМЗ. Кого? Ну, 37007008. ГМЗ, он там вместе Чё-то Макс не болтает. Че, поехали на Оксино? Погнали! Ром, думай с нами. Ну, Макс себе хочет, собрал почти полный комплект лобоуха морда, лобоуха боковая и мелкая. А у Димана полный комплект по питью. А четвертый парк на Оксино. 04556. А я не слышал о таком. Ну, только крепенько. Ну он запустили, представляем, просто нахрена, лучше мне ее отдохнуть. О, только 20. Ну там пошла. Какие ухватки пусть. Я поеду на первый парк. Камеру. О, время уже 11:35. Все успели, да? Да, и потому что второго круга пойдут. Да? Второго круга пойдут. Это же только первый участник, а их всего два. Первая часть только? Да. Ну, в каждом парке два участника. А выступила по одному. И все белорусы выступали. И Питер. И Питер, да. Что? Еще белорусы выступали на Фатовском автобусе. И Питер. Тоже на Фатовском? Да. Вроде. Не хватит. Ну не проедут же они из специально из Беларуси. Не, я тут снова, я тут снова стоять. Из Питера 700 километров. Флешки не хватит, да?
Она все сразу заполнится. Учитывая то, что это уже 2 часа идет, это еще 2 часа нам ждать. Ёптвою. 4 часа. Еще награждение. А потом я на втором... Да, еще награждение, в том числе будет, кто не почитает, кто там почитает. Ну как я возьмем троллейбус от слепого водителя, приснили мой подход. А потом я на автобусе первого парка поеду домой. Верша. Да, очень верша, чуть-чуть на каждый поехали. Какой парк он выпускной? Автобус. 4-й. Это хорошо. Ну, но можно сгонять. Ну, это что, хорошее предложение? Ром, поедешь? На автобусе? Да. Под арестом. Милицию ждет. Пойду скажу сейчас тебе. Давай, давай. Разузнай, приходи в место. Походу первая часть села.